Где получили, Саш? Еще раз. Паспорт где получили? Паспорт. Вы передали транспортное средство лицу, не имеющему права управления, то есть своему сыну. Что вы можете сказать по данному факту? Сколько лет вашему сыну? 15. Ну, вы же понимаете, все опасность общественного деяния и последствия, и дорожно-транспортное происшествие происходит зачастую с летальным исходом, с участием несовершеннолетних из-за водителей, которые... Я понимаю все, да, я все это понимаю. Как-то получилось так машинально, просто у ребенка день рождения надо попросил. А вы решили подарок сделать, да? Ну, не подарок, а поблажку, как сказать. В отношении вас вынесено постановление по делу об административном правонарушении, наложено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кодекса об административном правонарушении, второе, что вы вправе данное постановление обжаловать, и третье, чтобы...